Здравствуйте, сейчас я вам покажу распаковочку сайтфлор. Такая маленькая посылочка. И что я заказала в этот раз? У меня закончился коллаген, поэтому я взяла в этот раз животный коллаген. Вот, проверенный. До этого у меня был, по-моему, этой даже фирмы, был полностью коллаген рыбный. А здесь вот коллаген, который уже идет, ну, 5 типов, и он идет животного происхождения полностью. Очень хороший, рекомендую. Это в порошке. Вот, можно добавлять в любые напитки его, в еду можно добавлять. И также он действительно хороший для кожи, для ногтей, для волос, для поддержания суставов, ну и также вообще для здоровья в целом. Вот такой коллаген. И такой же коллаген, только в капсулах. Иногда очень удобно использовать капсулы, поэтому взяла еще такие капсулы. И я его пью натощак. Вот для чего какие типы подходят. Тип 1, тип 2, тип 3, тип 4, тип 5 и тип 10 даже есть. Вот. Пожалуйста. Я взяла, заказала себе вот такой магний, потому что заканчивается. Сдавать анализ на магний, в принципе, не есть информативным. Этот такой минерал, который расходуется нашим организмом очень быстро и не накапливается. А магнию в такой форме я выбрала по своим личным показаниям, которые хороши для меня сейчас. Вот, также хорошо помогает при головной боли. Именно эта формула мне сейчас подходит. И я принимаю 2 капсулы. Смотрите, в 2 капсулах будет 400 мг. Вот, всегда читайте на упаковках. 2 таблетки. 2 таблетки, соответственно, говорит о том, что в 2 таблетках будет вот это содержание микроэлементов. Это все на сегодня. Ждите еще распаковки.